материшься. Даша, мы дома без крови сходим, там все то же самое.
хочу найти ответ. Психолог даст ответ. Как я не потеряюсь и успешно жизни стать. Уж смогу влиять. Телефон 34, 37, 96, 34, 37. Эй, вот, подожди, пусть берет она руки, потом, вместе вы? Нет. Давай, что потом говорит, давай, держи, смотри. О, нормально, вот мужик вот так говорит. Хорошо, хорошо. Где вас будет искать? Что видишь? Вижу. Девочки, мальчики стоят. На нас смотрят. Вот просто стоят и мирно смотрят. Прям как нормальные. У них, наверное, уже все языки к нему прилипли. Да, Мумзик, наверное, ты прав. Ребята, покажите-ка мне свои язычки. Прекрасно. А теперь проверьте, на месте ли язычок у соседа. Отлично. А теперь давайте покричим. Будем кричать? Итак, слушайте. Левая половина зала. Вот давайте вот вы вот так вот. Все будете вместе со мной кричать слово «ящики». Давайте попробуем. 3, 4. Ящики! Молодцы. А правая половина вместе со мной вот так вот будет кричать «хрящики». Все вместе. 3, 4. Молодцы! Ребята, а теперь те, кто по центру, будут вместе со мной кричать слово «потащим». 3, 4. Потащим! Молодцы! А теперь все вместе, каждый свое слово. 3, 4. Потащим! Ребята, это лягушки. Ладно, ладно. Наша бегемот по ней плывет, ребята. Кто плывет? Итак, слушайте задачку. У Мумзика было 10 кусиков. Что это?
Творчества города Тольятти, Автозаводского района. Сейчас они уже поднимаются на нашу сцену. Встречаем их. И они продолжают нашу праздничную программу, посвященную Дню города Тольятти, 40-летию Волжского автомобильного завода. Thank you.
Как это называется? Субтитры 15:30. Приходите на нашу площадку 15. Мне надоел. Да что толку камеру? Ты нас покрышь? Очень хорошая связь. Знаете, я уважаю ее. Включайтесь, а у меня там была.
вокруг лица весьме, а сейчас мы танцуем танец ваших бабушек и дедушек, которые не танцевали в детстве, тайком убегая из дома. А потом ее назад, и опять ее вперед, и немножко подкачать. Мы танцуем буги-буги, поворачиваем круги, глотавшие лапы вот так. К центру. Буги-буги, окей. От центра. Сейчас у нас ждет несколько поездов. Мы на поезде поедем дальше, поэтому встаньте за друг друга, положите ручки на плечи друг друга. Кто-то будет паровозиком, кто-то вагончиком, все девочки топают ножками, все мальчики громко гудят, и мы отправимся сейчас с вами в путь. Так, все встали друг за другом. Так, у нас сколько получилось? Вагончиков. Мы поехали. Thank you.
театр студии «Эксперимент» и «Моу Парк Хаус», который все вам дарит сегодня шарики. Дорогие друзья, наш паркуша может долго не выдержать, поэтому мы уходим, прощаемся, до новых встреч. Деревья, вода. Все, устали. Эх, вы
что? Круг, 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 круг. Клоуны нам помогают. Широко, широко все расходимся, чтобы всем было место и все друг друга видели. И сейчас мы будем верить в ваше настроение. У того, собственно, и лучше настроение. У кого нас выше, тот самый веселый. Ну-ка, поехали, поехали, поехали. Нос вверх подняли. Все-все-все нос вверх. Можете даже подпрыгнуть, вот, 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 чтобы выше, выше, показать, выше. Какое у вас хорошее настроение. Так, что у нас там? Статистика у нас показывает, сколько сантиметров, Эл? Пугличок. 79. 79. Там 150. О, 150, значит, на сантиметры не хватит. Так. О, такими темпами повышать хорошее. О, вот это самое хорошее настроение. Правда, очень маленькое, но самое хорошее. Так. Вот, вот, вот. А теперь, ну, как, у кого мерят, те вот, подпрыгнули. Выше, выше, подпрыгнули, выше, чтобы так вот прям... 103 сантиметра. А мне сантиметра не хватило. А, сантиметра уже не хватает. Я же говорила, прогнозы всегда так и показывают, что сначала оно маленькое-маленькое-маленькое, а потом большое. Всех хорошее. У всех? Нет, не слышу. У всех хорошее. А вот теперь смотри, Гаро, у меня есть два таких замечательных сачка. Апельсины. Я предлагаю провести детьми конкурс «Попади апельсином в сачок». А, я думала на скорость поедания. Нет, нет, нет. Сейчас нам для этого нужно поделиться на две команды. Разные команды. Одна команда будет моя команда. Да, да, да. Что смотри, сколько? Два. Я с ними работаю. Три. Это вот, я тебе и говорю, это нет. Дорожки. Отлично. Опустили руки. Ну, а теперь шнурки поднимайте руки. Ага. А шнурки дружнее. Да. А это... Все, это в случае не уготовили нашу сегодняшнюю балу. Очень таком большом. А ты... Итак, первый час. Первый дорожек уже... Молодцы, молодцы, молодцы. Это уже дружнее. Она меня сохранила. Вот так вот обнижали. Колбасы дарит тольяттинцам призы и супер подарки. Конечно, фамильные колбасы. Наши промоутеры раздают вам лотерейные билетики. Сохраняйте их при себе до конца, до сцены. Опять как старь, шумят майданы, опять кипит державный круг, и грозный голос атамана к себе приходит. И степь запуталась в пыль, а по межам призывно стонет седой задумчивый колыль. Опять блестит волной кудрявой почти уснувшая река, и песни мощь. Oh,
Ура!